Годи, годи, как птицы летят. Какая душевная песня, такая жизненная. Вот это, ну, ой, ну лучше же не скажешь. Да, годы летят, вот это вот торопятся, куда-то это все пролетело уже, все. Это дети уже выросли, да боже ж ты мой, это только недавно уже в песочке вот это ковырялись, вот это что-то случилось. Уже повырастали, переженились, это... Ну, у меня ж их двое деток, двое. Сынок и дочечка. Ага. Так что я теперь и свекровь, и теща. Все в одном лице. Ага. Гибрид. Свекреща. Не, вы не подумайте, я хорошая. Я хорошая, молодым вообще не докучаю. Я к ним и не лезу. Да что к ним лезть? Ну, что там мешаться вот это под ногами? Вот это, ну, они сами знают как. Ну, да мне главное, чтобы у них все хорошо было. Чтобы вот это лад, чтобы у них вот эта любовь была. Я к ним и не хожу даже. Не хожу вообще. Не. А что мне к ним ходить? Они мне все равно двери не открывают. Вот из принципа не хожу, все. Ну, звоню иногда. Редко звоню. Ну, так, иногда звоню, ага. В общем, каждый час звоню. А сколько же это время? Ага. Ой, боже ж ты мой. Что-то тут разговорилось, а когда сыночке надо позвонить, уже пора. Алло. Алло, сыночек, это я. Ну, как ты там, а? Сын, а ты кушал там с утра? Кушал? Ну, чем тебе твоя лохужа кормила? Я яичницу жарила, а да ты чё? И получилось? И чё, ты покушал? Не. А чё так? Шкарлупка попалась. Та й правильно, що не кушал. Ага, от руки у нее непонятно откуда растут. Ну, яичницу за шкарлупой сделала. Ну, как это так? Ну, я не... Ну, слава богу, не с куриным пометом пожарила. Вот повезло тебе, сыночек. Вот ей-богу, вот как никому повезло. Ага. Да у твоей жены по кулинарии черный пояс. Да. Ну, хорошо, хоть не отравила, сынок. Ну, ты там держись. Я перезвоню тебе. Ага. Алло. Доченька, дочуленька. А я тебе собиралась набрать, а ты вот... Ага. Ну, как ты там, дочуленька, как там? Все хорошо у тебя? А, устала. А что устала, доча? А? Все время просит жрать. Вот троглодит, ты погляди, Ты глянь за мордой, дитя на кухне, ты погляди, Да, доча, да ты не готов ему, ты не готов. Вот из принципа не готов. Ты глянь, моду взял, Жрет через каждый час. Отвлекай его от еды, доча, отвлекай. Поведи его в кино, да. Документальный фильм какой, ну... Водила. И чё? Слюна течет, когда еду показывают. Доча, не плачь. Ну, что такое? Ну, почему ты должна сердце себе рвать, доча? Поведи его в цирк. Поведи его, да, троглодита, поведи. Пусть он посмотрит, сколько там собачка за кусок сахара бегает. Да, еще лучше поведи, зоопарк поведи. Там вообще на каждой клетке написано «Не кормить зверей». Все. Доча, не плакай. Ну, я не могу. Ну, доча, пожарь ему яичницу. Ну, пожарь, это же просто, я же тебя учила. Ну, два яичка вбила, все. А, жарила. Как это так не ел? А что ему надо, лянь? Шкарлупка попала. Не, ну ты погляди,
какой грах! Шкарлупка попалась, он яичницу не стал есть. Ты глянь какой, ой, ты погляди, какой барин. Доча, а ты скажи, что в шкарлупе кальция много. Ага, а кальций укрепляет зубы, ногти и рога. Да ему как раз надо потери. Че он там бухтит? Куда он просится? Какую такую саун? Ты глянь, в парилку просится с друзьями попариться. Доча, не пускай. Не пускай, знаю я эти парилки. Ага. Они там все успевают, кроме помыться. Все, пусть дома сидит. Ага. К яичнице привыкает. Все, я тебе перезвоню. Господи боже мой, говорила, говорила. Зачем тебе это ебоне? Алло. Что такое, сыночек? Та с сестрой своей говорила, поэтому занятая была. Что там случилось? Поругались? А, ну слава богу. Так а что поругались? Та ты чё? От зараза ты, глянь, а? В баню мужика не пускает, а? Ты глянь, зараза какая, а? Другая бы радовалась, что муж у нее чистюля, а она, глянь, в баню не пускает с друзьями. А чё она хочет под тебя, а? Ай, да, ага, на море хочет, а? Ай, устала она, ты глянь. Ничего не делала, уже устала. Пусть постирает, это лучший отдых. А я тебе говорила, говорила, зачем она тебе нужна? Зачем она нужна? Ты всю жизнь на нее будешь сахатить, как папа Карло. Вот, пожалуйста. А такая девочка на третьем этаже, Людочка, жила. Господи, такая тут цветочек. Ну не девочка прелесть, а? А, я ж тебе говорила, разуй свои глаза, погляди на Людочку с третьего этажа. А что ты мне говорил? Мама, если она вам нравится, вы на ней женитесь. А я не буду, она для меня старая, ей 48 лет. Старая она для нее. Тебе что, жевать ее, что ли? Старая. Мама, она страшная. Ну, страшная. Страшная. Но зато было бы кому дачу охранять. А вот сейчас вот эта муздыхася со своей вот этой Венерой безрукой. Все, сына, все, закончили разговор. Я перезвоню. Господи боже, одни нервы только, ей-богу. Свекреща на трубе. Что такое, дочь? Что за истерика такая? Куда он тебя не пускает? На море не пускает. А ты ему сказала, что ты на него сахатишь целый год. Что ты устала. И чё? Предлагает к тетке в Тулу съездить. Ты погляди. А чё говорить-то? Чё говорить? Мне интересно, а? А, денег нет у него. Да брешет, доча, брешет. Я тебе точно говорю. Я носом чую, у него заначку он сделал. Мы найдем эту заначку. Я тебя научу, доча. Значит, что ты делаешь? Вот, значит, лег он спать. И ты, ну, часа в 2-3, когда самый сон. Ты под ним подожжешь простынь. И будешь кричать пожар. Поняла? Он свою нычку первой спасать бросится. Вот тут ты кассу бери и на море. Все, доча, давай, давай, действуй. Мама плохому не научит. Давай, моя девочка, давай. А я пойду на кухню. Яичницу приготовить надо. Ага. А то вот отец ваш придет с бани, а у меня еще конь не валялся.